Это не моя сережка. Давай положим ее обратно. Хозяин придет, заберет. Какой хозяин, Игорь? Ты приводил сюда бабу. Да бог с тобой, Лена. Я приводил в дом красивую девушку. А бабой, причем ворчливой, она стала уже позже. Ну это сейчас размахивает мне тут своей сережкой. Это не моя сережка. И не моя. Господи, у нас в доме была какая-то лохудра. Что сразу лохудра? Ты ее защищаешь? Я тебя вот этой поганой метлой выгоню. Только пыль потом не забудь вытереть поганой тряпкой. Да пошел ты к черту! Алло, мама, привет! Представляешь, мне Игорь изменяет! Да, сережку нашла под холодильник. Да никого я не приводил сюда. Еще и говорит, что это моя. Это не моя. Такая какая. Похоже, как в моем наборе, только с сапфиром. Да, как у тебя в наборе. А, помню, конечно. Ночевала у нас на кухне, на раскладушке. Хорошо, ждем тебя завтра. Представляешь, это мамина сережка. Серьезно? То есть лохудрой оказалась мама? Или как правильно? Мама твоя оказалась лохудрой. Ну зачем ты так? Не, ну я как мог пытался защитить, но ты сказала лохудра. Не, лохудра так лохудра. Прости.